миллиарды плюшек, типа, которые необходимы. Так, получается, в капсуле мы сейчас высаживаемся в четырех. Или каждый в отдельной капсуле, или четыре в одной. Мне вот очень интересно. Каждый в отдельной, все, понял. Найс. Пошли. В поисках. Куда они там уж? Смотрите. Что такое? Поехали. Так, ну я охотник, я так понимаю, у меня преимущество от этого должно быть, от того, что я тут дропаю их. Так, туда нельзя эти дым. Вонючки. Когда вонючек лёпаешь, вот из них такая хрень исходит. Блин, я хочу забрать, там какая-то плюшка, если его можно. А, все равно бьет, прикинь. Окей, забрал. Кристаллы! Это кристаллы! Отлично! Вот это то, что мне надо. Так. Я хочу пушку себе купить. Чё? В смысле, 27 монет только дали? Ого, он жирный! Ну забрал я его кристаллы, и что? Мне тоже надо. Какие-то штуки крутые. Кого-то загрел жесткого. Где они? Они идут или нет? Я их загрел вроде как. Ай, что-то они тут все кричат. С кем они все файтятся, я не пойму. Не, хорошо. Не, не убился, думал, сейчас убьюсь. Хорошо, мне деньги, походу, падают только с этой херни, и все. Из-за того, что я охотник. Не знаю, очень мало. Я их практически не чувствую. Мне там 500 с чем-то монет надо. На то, чтобы первую пушку купить. Это Unreal пока что, у меня только 163 монетки. Это же жесть. Там он тут один ВП получил, я даже не знаю, что это означает. Ну, типа, вот эту пушку могу купить. Я думаю, это будет уже получше, это хоть какой-то автомат, что ли. Потому что 500 монет копить я буду еще очень долго, мне кажется. То ли я тупой, то ли ребята реально прошарены уже слишком хорошо. Так, не знаю. Вот. Там прям файт жесткий спереди. Че, мы врываемся туда или нет? Типа сами туда манал идти. А, страшно. Ого! О, это было больно. Я не знаю, у меня вроде хилы должны быть. Я хер его знает. Должно было же у меня что-то быть.
даже инвентаря как такового, что ли, нету. Что-то мне бабосика отвесили за что. Пока, типа, мы держим эту точку, что-то происходит. Держу курс. О, кстати, у меня хп отхилилось само. Here. У вас нет светлячков, понял, принял. Мы что, уходим тоже, да? О, больно упал. Пошли, 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 пошли. Вроде наших бьют, не знаю, не пойму. Зато игра очень хорошо оптимизирована, это факт. Успел, кажись. Вообще отдачи нету, просто безотдачная штука. Ой, это что было? Хрена ли он так побежал? Это чья-то штука? У нее даже хп нету просто. Смысл ее бить, у нее нету хп. Я думаю, это бессмысленно. Тупо стырю. Найс. Не знаю, что-то... За это монетки не дают. Должно было за это денежку давать. Сейчас не дает. Очень странно. Мне интересно, как тут будет, то есть вот мы по ботам, я умру и, блядь, я умер, все походу. Что за курица бегает постоянно? Я не пойму, куда, почему она бегает. Это было опасно. Где они взяли эту хрень? Я еще и под выстрел попал. Надо же было мне так угораздить. Серьезно. Мы уже на третьем месте. На первом месте. Нормально. Unexpected meteorological activity is developing in this region. Что это произошло? Не понял. Какой-то гром среди ясного неба произошел. Ух ты, можно уровень. Вроде как я, да, я левел повысил, круто. И хил купил. Стимулятор забрал. Окей, можно будет юзнуть стимулятор. С кем они тут файтятся, все окей? Ну что, немного начинаю... А, что-то я тяжело бегаю. Хорошо, я левел пушки апнул, это уже неплохо, мне кажется. Ну, типа, в этом есть какой-то смысл. Кого-то там видел. Где вообще все чуваки? Over here. Check me out. Что-то мы так никого и не встретили просто. Они уже убежали, да вы задрали. Чё вы так быстро бегаете? Я за ним и не успеваю, вот серьезно. Мы только здесь лутаться, они уже ушли. Это только первая зона, наверное. Плохо, плохо, Руся, стреляешь.
Хорошо. Курица это здесь, я не знаю, а что она здесь ходит? Объясните мне смысл ее существования в этой игре. А что не вызвали на этот кристалл? Ой. Мне, наверное, никто не поможет, да? Они, наверное, заняты. Или что? Блять, откуда? О, их тут много! Я не видел, что их тут так много. Иди нахрен. Давай, давай, иди к папочке. Буду убивать тебя. Давай, давай, детка. На, нахрен. Бабки, 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 бабки. Ну как игра? Не знаю, я еще не шарился. Это первая сквадовая игра в соло. Меня что-то вообще убили, я ни хрена не понял. Пока я тоже ничего не понял. Бегаю с чуваками, собираю кристаллы. Ой, это что за дядька большой такой? О, вот это он жирный. Вообще этот юмп них... У их там много. О, он волнами бьет. Он бьет очень сильно. Да нахрен. Вот это жесть. Он такими плюханами валит. А, убегай. Убегай, братан. Еще какой-то пришел. Цветной, блядь. Иди нахрен. Мне пушку надо выкачать. Надо бабки. Нету бабла на то, чтобы пушку качнуть. От бедра. От бедра, братцы. Ну, мы на первом месте пока что. Я не знаю, что мы сделали для того, чтобы... Вот, сука, собрался. Что мы сделали? О-о-о-о. Это прям большой кусок. Мы сейчас кристалла заберем. Там баттерфляй какой-то летает. Fucking shit. Бичи. А ты где, кстати, Санек? Ты-то где пропал? Не, что-то мне надо синсу тут настраивать. Мне синса вообще не нравится. Где все враги? Прям на меня вылетел, сволота. Бабочка, бабочка. Фак. Жесть какая-то, вообще огонь. Убивают. Дохнем. Ой, путь их много. Ребятки, братцы. Братцы мои. Кролики. Кролюсики. Помогите, пожалуйста. Сука. Щеми. Просто напролом. Дави, 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 дави. Сдох, падла. Все. Просто его щемлю жестко. Вот эти птицы, они меня харят. В прицеле, кстати, сложнее стрелять, если честно. Мне пушку надо качнуть срочно. Я не знаю. Не знаю, сколько бабла на закачку пушки. Блин, их много. Это черные уже вообще пошли. Все, я труп. Мне кажется, я... Все, доварилось. Забираем. Пора уходить. Харе. Они, походу, еще вызвали, я не знаю. Короче, чем больше вызываешь и чем крупнее вот эти шахты с кристаллами, тем жестче. Сон наркомана. Да не, ну... Тут... Жестко просто, жестко. Мне пушку надо выкачать. Я манал. Все, я взял левел пушки. Сейчас потестим. Все вроде бы. Пока у меня пушка максимального уровня. Да, здесь бы, конечно, и граната пригодилась на самом-то деле. Но ребята, походу, шарят. Я, если честно, не спец, но мы пока что на первом месте. 9 очков у нас.
Что по факту дальше будет? Тут буря очень крутая. Вот когда буря начинается, буря очень мне нравится. Циклон. То есть в честь названия игры. Оп. Здесь вот эти двойные прыжки. То есть ты в воздухе можешь сделать еще прыжок. Что это за штука? Аирдроп, что ли? Не знаю, что, что-то за хрень. Что-то ребята туда скидывают. Ай, нет! А я буст юзнул. Класс. Что-то ребята скидывают туда, а я сделал что-то не то. Юзнул буст, который стоит 150 монет. Это плохо. Круг. А, ну похрен. Один хрен. Пускай будет круг. А я думал, цикл это циклон. Видишь, фиаско получилось. Не знал. Чё, у нас враги, походу? Я слышал где-то другие выстрелы, вон там. Так, пошли. У нас по 10 очков, первое место. Ну атмосферно, ведь правда? Атмосферная игра, крутая погода. Кого? О! Мне не нравится, что они прям перед тобой вылазят. Я считаю, это жестко. Муха! Где муха? Let's get you back home. Evac's coming in 60 seconds. Плевуны вообще неприятные челы. Так вам скажу. Паук. Паука раньше вроде не видел или видел. Не знаю, красных таких мы вроде не видели. Кредиты. Плюс 5, отлично. Что еще делаем? Нет, ставим еще. Я хз. Шаттл прибывает. Мы что, мы выиграли? Походу какой-то шаттл запустили. Я не знаю, что это означает. Но, наверное, надо что-то делать, надо дефать. Я хрен его знает, не знаю. И в Соляново я бы не допетрил, что здесь делать. Видел бабочку. Блин, сложно по ней попадать. Я здесь шаттл жду, я не знаю. Пока я хз, как правильно здесь поступать. Что-то ребята отсюда все свалили. А я здесь. Я не хочу умереть. Мне к ним идти или что? Наверное, да, не знаю. Надеюсь, что я делаю правильно все. Я думаю, ребята шарят. Я почти, кстати, на снопу насобирал. 500 надо на снопу. Она там по 250 дэмэджа кидает. Рассеиваю свои бластеры просто тупо на всех. Хызы. Отлично. Готовься, шаттл сядет в любую секунду. Привет, Лёва. Шаттл садится в любую секунду. Я до сих пор не знаю, что это значит. Курица это тоже непонятная. Рад видеть, рад видеть. Так, все, шаттл прибыл наш. Нам нужно отправляться походу назад или нет. Я не знаю, куда-то ребята убегают. Буду следовать им. Так как я реально не знаю, куда здесь нужно идти. Ребят, не забывайте, у нас появилась, наконец-то у нас на канале появилась платная спонсорская подписка с кучей бонусов от меня лично и от Ютуба гейминга. Поэтому...
каждый из вас может стать теперь новым спонсором на канале. И кто-то из вас может стать первым спонсором. Не забывайте, это очень важно. Как можно больше релизов, как можно больше новых премьерных игр, которые вы видите впервые и только у меня. Ребята убегают, опасность, зона дэмэджит, куча монстров. И шаттл улетает, и мы походу улетели без нас он. Он улетает без нас, мы на втором месте, и мы проигрываем скорее всего. Все, мы наверное это все. Я не уверен, но что-то мне подсказывает, что мы просрали. Что у тебя не работает, Лёв? Это фиаско, мне кажется. Все, я умер. И что я сделал не так? Походу, да, второе место мы просрали этот шаттл, и чувак улетел на шаттле без нас. Как активировать мою подписку? Есть ссылочка в описании. Переходишь по этой ссылочке и делаешь, оформляешь подписку. Прямая ссылочка в описании. Так, мы получаем Total Victory Points 10 штук. Я собрал 6 кристаллов, 1 вышка, 3 гриба. И дальше все по нолям. Взяли мы второе место, к сожалению, из-за того, что мы просрали, или мы даже пятое место взяли, хотя мы были по очкам на втором месте. В общем, видите, насколько, ну, типа, игра новая, непонятно, вот, как идет принцип победы, как засчитывается. Я так понимаю, что те ребята, которые улетели, те как раз и взяли первое место. Вот в чем фишка, понимаете? Вот как оно произошло, наверное. То есть я предполагаю, что вот этот момент именно только что с нами и случился. Так, все, дальше собираем сбор. Ждем. Ну, не сбор, а этот, сквады собираем. А подписаться на спонсорку можно по ссылочке в описании. Специально выделил отдельные ссылки, где вы можете зайти, посмотреть и увидеть, что... Можно взять и сделать подписку. Можно подписаться на канал таким образом. Ну, открываешь в приложении, нажимаешь на ссылку, она открывается в браузере. Все верно. Вот таким вот образом это происходит. И только VIP-подписчики, ребят, получают те бонусы, которые дает сам, во-первых, опасный контракт. Выполните как можно больше контракта и покиньте планету. Понял. Хорошо. То есть, по принципу происходит это как? Вы подписываетесь на подписочку, и вы получаете бонусы от меня лично, вы получаете бонусы от Ютуба. И, конечно же, у каждого VIP-спонсора уникальная, отдельная добавляется иконочка, которая будет повышаться как уровни, в зависимости от того, сколько раз он оформлял эту подписочку подряд. Чем больше раз оформляется подписка подряд, тем выше у него спонсорский значок. То есть начинаете вы с бронзы, дальше серебро, да, потом золото, платинум и еще две уникальные от меня лично, которые я рисовал вот этими руками. Так, ну что, а мы высаживаемся вновь на планету, ребят. Это вторая игра в сквадах. Надеюсь, мы лучше разберемся и поймем, как играть в эту игру. Потому что до этого я не понял. Мы выполнили определенные действия, но я не понял, что мы сделали. Я не понял все-таки, что нам нужно делать. То есть, да, допустим, определенные действия мы делали. Мы кое-какие манипуляции проводили. Но что это... Как это он так нормально? Чел летает? Вы видели? Этот контент нельзя приобрести. Ты переходил именно по ссылке. Очень странно. По ссылочке все должно работать. Именно если переходишь по ссылке, должно все отличнейшим образом просто работать.
Блин, так это просто важно, если оно у тебя не работает, ты же не в России, не в Украине, а может оно тогда ни у кого не будет работать, понимаешь? Вот в чем прикол. Просто этот момент очень важен, ты же сам понимаешь, что если не разобраться... Блин, странно, у меня вроде все ок было. Вечно этот YouTube какие-то проблемы дает. Так, по ком, кто, с кем, что, где, когда, почем. Мутанты! А прикольно в складах бегать, мутантов гасить. Но тут еще же и люди есть. Ну, надеюсь, что это чисто у тебя какой-то трабл, иначе это фиаско. Так, а что они сделали? Я охотник. То есть я выбрал класс в этой игре именно охотника. Пока что качаю его. Шахта, отлично. Кто-то из наших добыл первую шахту, мы получили первое очко. Чувак очень быстро как-то перемещается. То есть наши ребята остались там. Он ушел. Не знаю. Что-то мне кажется, это очень глупо. С его стороны. Ну как бы это командная игра, он уходит сразу же. Это печально. Никак не могу понять касательно карты. Я хочу 900 монет насобирать, я хочу... Так, отлично, мы что-то активировали. Пока не знаю, что это было, но это что-то прикольное. Так, хорошо, я вижу, куда нам надо дальше. Активировать следующий терминал, и тогда что-то произойдет. Так, включение установки. Терминалы включены, один из трех. Нужно еще два терминала включить. То не терминал. Че, он еще один включил? Не надо. Он делает добычу. Ясно, в чем суть игры? Королевская битва, все как обычно, дружище. Все как обычно. Пока вот только разбираюсь. Это, ну, типа, вторая катка. Где-то здесь. Сейчас посмотрим, что будет, если включить этот терминал. Еще один терминал осталось найти. Где-то здесь должен быть. А может наверху даже. Сначала по периметру. Да нет, тут никто быстро не передвигается. Я не о том. Да, где-то. Ух ты, кейс какой-то. Охренеть, я кредитов набрал, нормально. Сундуки даже есть. Вот, мы уже узнали то, что в этой игре есть даже сундуки. Где-то внизу. You know these guns were meant for critters, right? Who am I kidding? Активируй терминал. Что-то сделал. Не знаю, что-то я запустил. Там должно что-то открыться было. Хочу прочекать. Пошел нахер, это я сделал, сучоныш. Слышь, крыса какая, Великая СССР, здорово. Я еще добыл очко для нашей команды, я красавчик. Я включил станцию электро. Вот это я молодец.
Я уже почти на снопу насобирал. Вот это я красавчик. Учитесь, суточка. Это я сделал. Да. Системная установка включена. Теперь она должна нам что-то приносить, пока ее не перехватили, не забрали. Потому что... Что это было? А, это... Я не пойму, как они их ставят. То есть... Здесь не было же шахты. Да иди нахрен, падло такое. Я проходил, шахт не было. То есть это инфосотка. Хорошо, пошел ты в жопу. Падло. Блин, видали, как он летает? Это потный чел. У него даже полеты есть уже. Я хизы, у него какие-то там доп. Устройства, что ли. Я просто не понимаю, как они это делают. Или, возможно, это особенность его класса. То есть, у меня тоже какие-то особенности должны быть, но я пока что не знаю. Ох, как он появился эпично. Забирай эту хрень, чувак. Давай. Вот я не пойму, почему-то наши оторвались. И их вот, я вижу, у одного сейчас только что очень сильно слетело количество брони. Это очень плохо. Если их сейчас начнут убивать, то это фиаско. Куда он пошел? То есть, как бы, игра командная, нужно держаться вместе, но... А, вот. Я понял. Я, пожалуй, с высоты попикаю. Хорошо. Все, маленькая шахта. Вижу еще одну. Пошел еще одну шахту забрать. Не знаю, он увидел или нет. Это кто поставил? Там типа крутая шахта походу появилась. Да, там крутая шахта. Отлично. Я надеюсь, это мой компаньон стрелял, иначе это сейчас вафлика будет. Отлично. У него прикольная какая-то пушка. У него звук крутой. Вообще не то, что у меня стандартный пекель, с которым я вот до сих пор бегаю. Мне надо 900 монет, чтобы купить пушку посильнее. А-а-а. Это плохо. Это хорошо. Закончилась шахта. Забираем. Хорошо. За это не дают бабки почему-то. А, то есть в тренировочном давали, сейчас не дают. Не знаю, возможно, мне не дают, потому что у меня класс охотника. Может быть, вот из-за этого как раз таки. Пока что тоже непонятно, не разобрался с этим. Подожди, куда ты улетаешь? Ну блин, совесть имей, я же так не могу. Да, да, да. Говорит, где-то там есть еще залежи. Тоже не знаю, видать, как-то они на карте, что ли, отображаются. Looks like you boys should invest in some self-defense. Я вот больше всего сейчас переживаю за то, что... Так, цикл спайк старт через 30 минут. Циклон начнется через 30 минут, ребят. Это печаль. 30 минут до циклона, и дальше нам нужно будет сваливать. Я хочу попроверить, можно ли забросить сюда ресурсы. Да, карта гигантская, согласен. Походу нельзя забрасывать ресы. Мы пока что на первом месте среди этих ребят. А, ну заново нарастает, типа и отбирается у нас, что ли. Прик. Да, он пошел. Он пошел относить ресурсы, наверное, да, теперь? Просто интересно. Да, смотри. Так, он подрубил еще раз установку второй раз. И теперь она нам принесла еще 3 очка. Да, и сюда больше нельзя забросить. Красавчик. Так, все, сейчас циклон начинается, ребят. Сейчас жесть будет.
Не знаю, мне с циклом вообще настолько атмосферненько. Запуск носителя зондов вот здесь нам. Нам аж туда надо куда-то, что ли. Я хрен его знает. Слишком, вот, слишком много всяких нюансов, с которыми нужно разбираться. Понимаете? Игра новая, игра со своими фичами, со своими приколами, которых очень много. Можно на это сесть? Не, нельзя, жаль. Было бы... А, ну я туда не взлечу, как он, конечно. Я обычный смертный, я должен по земле здесь бежать. То есть, шахтеры, мы как бы выселяем, заселяемся на чужой планете, добываем ресурсы, мы шахтеры. И вот здесь разворачивается как раз таки... Он активировал война. Я почти насобирал на пушку за 900, ребят. Мне нужно, чтобы он дал мне дособирать на пушку за 900. Чтобы я не ходил с базовым пистолетом. Потому что я сейчас очень дерьмово играю с вот этой херней. Если сейчас файт какой-то будет, то мне жоп. Все. Ребят, я покупаю вот эту пушку. Я впервые буду играть с этой пушкой. Ого, сейчас мы будем тестить. То есть, прикол в том, что на тренировке я играл со снопой, а перед этим мы с вами, так, я тут не придумал, мы с вами тестировали вот самую дешевую, самую бичевую пушку. Как он прошел? Прилетел, что ли? А, вот так вот, все, понял, принял. What the fucking shit? Что за говно? Ой, фу. Это немножко не то, что я ожидал. Ну такое. Автомат получше. Вот это жесть. Уж лучше просто ракету пускала. Эта хрень еще и рикошетит полгода. Так, а здесь у нас или наши, или... Надеюсь, это наши. Не детонирует, они автоматом взрываются. А вот и вражина, да? Да, враги. Турель вражеская. Да, вражеская турель, прик. Хрена себе, тут еще кто-то и турели ставит. Массовый лохобар, ага. Главный... О, все, один из нас умер. Warning. Territomorphic field interference detected. Ура! Я его убить. Вроде бы. Я одного вроде как убил. Вроде бы, не знаю. Не понял. Alert. Engaged by hostile group.
Пошли они в жопу. Хилимся. Блин, сейчас там того чувака убьют, надо бежать. Циклон замедляет ходьбу, вот в чем проблема, ребят. У нас тут вроде все пати пришло. Да, есть телепорт на базу домой. Когда все очень плохо, ты можешь свалить. Чтобы не грустить. Тот чел еще там остался, кстати говоря. Надо бежать ему помогать. Мы сейчас на втором месте проигрываем всего на одно очко. Я попытаюсь к Slap Happy добежать, чтобы ему помочь. Глянь в небо, твое такси уже вверху. Нам надо сесть, кто первый, тот и выиграл. What the fuck? А хули их так много? И как я попаду в ту хрень воздушную? Туфтах. Шаттл прибывает. Фак, жаль, что не тройной прыжок. Мне нужна такая штука, как у того хрена. Фу. Братик, живи. Перезарядка пошла. Я пришел, братан. Чё ты тут, как ты? Ох, это чё за жесть? Страж какой-то! Жесткий тип по виду, охренеть. Что с него упало? Дайте заберу, дайте заберу, дайте заберу. Ох, нихера себе. Иди нахер! Нахер иди! Иди в жопу! Скотина! Мама мия! А это что за драконы? Охренеть, тупо... Блин, драконы какие-то нереальных масштабов. Все забираю. Прости, братан. Прости, братан. Не твой сегодня день. Пошли, пошли. Уходим, уходим. Нам нужно двигаться вперед. Братик. Братан, на ход помогаю. Пускаю на ход просто снаряды, чтобы тебя спасти. Ё-моё. Короче, нужно прям под себя бросать. Тогда вроде работать будет. Я апнул пушку на левел, нормально. 250 монет, чтобы апнуть ее. Ну, мне вообще не понравилось, не знаю. Если у одного чела такая пушка есть на раскачку, очень круто. Потому что в толпу мобов бросаешь, они там, блин, все отлетают просто. Но когда вот против людей, вот это, конечно, зашкварно. Короче, не знаю, что там происходит, я уже врываюсь. Я почти дошел, борьба за шаттл, 10 секунд гребаных. Куда? Туда стрелять, все туда стреляют, я буду туда стрелять, ёб твою мать. Пошли. Нахер, 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 да.